because I have Russian speaking channel, it's more convenient for my subscribers to have Russian speaking conversation with you. На какие темы беседуете в рулетке? Может, вопросы у вас интересные есть? Любые темы. А что за канал? Можно мне скинуть? Мне тоже интересно. Ну так уж и любые. Сейчас скину. Вот. Русская часть названия. Английская по-разному, трех каналов, а русская одинаковая. Вставите и увидите. В поиске Ютуба. Олег. Правильно? Пендулум Олег. Олег Дин Клуб. Да, Пендулум Олег и Олег Дин Клуб. Видите там? Ага. Я вижу. Понял. А ты обычно о чем общаешься здесь? Об истории в основном, о науке. А ты откуда приехал в Калифорнию? Не, я здесь родился. А русский откуда знаешь? Учил. Ну а кто ты по этнической принадлежности, если не секрет? Итальянец. Итальянец, окей. Молодец, респект за изучение русского. Спасибо. У меня 90... Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Да, почему угодно, это ж без разницы. Что без разницы? Ну, на всякие темы, на разницу. Ну, я понял. На мои темы вы вряд ли будете беседовать. Если у вас есть вопросы по вашему делу, вы задавайте, отвечу. На какие темы вы беседуете? Ну, например, на тему ингибирования в гомогенных или гетерогенных средах. Или проблемы ретроактивности нормативных актов. Ну, цейкос, ну, чисто вот тематика специализирована. Я так понимаю. Ну, вот, я, вот, да, у вас какая свита образования, если не секрет. Выше. Ну, я ж не говорю выше, не выше. Специальность ваша какая? Юридическая, техническая, гуманитарная? Я айтишник. А, айтишник, ну ладно. Айтишник, да, это хорошо. 2 в 9 степени, помните, сколько будет, к примеру? Что? 2 в 9 степени, сколько будет. Ой, дядя, айтишники, ну, вот это, сейчас пошли айтишники, не знают, а еще 5 лет назад любой айтишник сходу отвечал. Потому что все оперативки пронумерованы именно числом 2 в какой-то степени, в n. Это 512. Дядя, дивись, яка різниця, якщо я можу взяти калькулятор и все порахувати? Да можешь посчитать, безусловно. Просто айтишника это уже на подсознательном уровне должно быть. По крайней мере, какие были лет 5 назад. Сейчас, может, другие технологии у айтишников. Я точно не скажу. Ну, хорошо, ладно. Есть у вас ко мне вопросы? Дивіться, це не на подсознательном уровне, понимаете? Зараз количество информации настільки велике, что, в принципе, его запомнить все неможливо. Ну, я в курсе, да. Не нужно информацию, лучше не хранить. І тому, дивіться, зараз набагато важливіше, потрібно знати, де узнати цю інформацію, а не вчити її, як попугай, какаду, блядь. Вот, ну, хорошо, от по Вінниці у мене такий вопрос є, якщо ви знаєте. От ніхто із Вінниці не знає, може ви знаєте. От Вінниці знаходиться між Києвом і Одесою, правильно? Ну, возможно. Ну, подивіться карту. Да. Нет, ну я знаю, я уточняю, если вы знаете, отлично. Ну, вот, не могу, да. Да, вы знаете, в Киеве и Одессе широкая колея трамвая, а у вас узкая. Почему, если вы между Киевом и Одессой находитесь? Мне просто интересно, почему вот так получилось. Слушай, ну, дядька, ну, я ж не разбираюсь в цих узком. Ну, возможно, хорошо, ли? Значит, я знаю, я не встречал еще, извините, человека, который бы мне ответил. Я ж не то, что там к вам с упреком, может, я думал, что вы не знаете, но думаю, вдруг знаете. Хорошо, все, вопрос забыт. У вас появились такие вопросы?
Можливо, просто різні часи вони строїли, ці колі. От. І одні якісь європейські, другі... Я розумію, що у вас європейська колія, а в Києві, Одесі російська імперська. Це я в курсі. Але я спрашиваю, чому, якщо географічно ви між Києвом і Одесою? Я ж поэтому спрашиваю. Я в курсі, яка це колія, що це європейська, що це польська колія у вас. Ну, видимо, на це є якісь причини. Ну, я понимаю, мені просто интересно, які. Ну, я вас понял. Хорошо, ладно. Нет у вас вопросов. Спасибо за беседу. Все. Стримите? Канада? Канада. Стримите, нет? Ну, такой из меня стример. Ну, что, бывает. Помоложе. Вопросы есть интересные? Чё вы там любите, еще раз листаете? Ну, слайд-шоу идет. Чё листаю? Да. Это вот был флаг Харьковской республики. А еще можно посмотреть? Ну, это сейчас долго переставлять там. Сейчас по кругу пойдет еще раз. Смотри, там дальше тоже интересное было. Ты на какие темы сам беседуешь? Да, ничего определенного, так чисто. А, понятно. Ну заходи ко мне на канал. У меня там есть раздел. Раздел Укротроллинг. Сейчас напишу. А, вы хохлом троллите? Да. Вот. Как называется? Копирую, я тебе написал. Ставишь в поиск YouTube. ДНУ? Да. Скриншот сделай или скопируй. Понял, понял. Я сейчас забью, зайду, посмотрю. Ну все, в поиске Ютуба. Давай, успехов. Верно-то я жалел Деникин хама. Их надо было в розгой дублетьми. Давайте в рулетки. Чисто размораживать. Ясно. В серебряных прудах живете? Именно. Какой самый большой город в Московской области, знаете? Самый большой город. Ну, по вашему мнению. Я не спрашиваю правильный ответ, по вашему мнению. Я вам правильный ответ скажу. Красногорск, наверное. Не. Балашиха. Или Балашиха. Ну, сейчас говорят Балашиха, а до конца 80-х говорили Балашиха. Кто? До сих пор говорят Балашиха, определенный круг лиц. Ну да, да, определенно говорят, но я имею в виду большинство. Сейчас почему-то говорят Балашиха. То же самое. Не знаю, у меня родственники из Балашихи. То же самое с Реутовым. Говорили Реутов, сейчас говорят Реутов больше. Реутов нет. Вот с Реутовым не слышал, конечно. Но говорили Реутов, а в электричке до сих пор станция Реутова, а не Реутова. Интересно. Ну и как вам в Торонто? Да ничего, нормально. Не давно ли вы там? 17 лет. Сильно серьезно. Чисто по опыту. Да, если... О возрасте интересоваться не буду. Я поинтересуюсь такой вопрос. Как лучше жить? Вопрос слишком общий. Из каких вариантов? Он открытый. Лучше жить, смотря с какой точки зрения смотреть. Либо соблюдать диету, либо не соблюдать. Либо пить алкоголь, либо не пить. Все в меру. Времени у меня не ограничено. Вы можете расценить со всех 16 ну, граней хорошо. Мировоззрения. Я к вам пример приведу. Вот не пить алкоголь. Я исключительно спрашиваю ваше личное мнение. Но я вам говорю, всего нужно в меру. Не пить алкоголь почти так же вредно, как им злоупотреблять. То есть, как говорят врачи, оптимально для здоровья надо пить, по-моему, 84 мл чистого спирта в неделю. Ну, соответственно, нет, по-моему, 124. Ну, короче, 124 чистого алкоголя, это что-то чуть больше стакана, 250 в неделю. Угу. Вот, если больше, значит... Плохо, меньше тоже плохо. А вот ну, оптимум такой. То же самое и в других. Знаете, как вот
есть такая наука, техника безопасности. Там, когда вот учат этих вот инструкторов по технике безопасности, у них есть книжка «Опасные вещества». И практически любое вещество относится, вернее, считается опасным, только с разным классом опасности. Вот, допустим, вода – это вещество с низким классом опасности. А там примечание, в чем ее опасность. При избытке воды наступает утопление. Вот такое там пояснение, например. Как вам обращаться? Олег меня зовут. Олег, очень приятно. Меня Владислав зовут. Дело в том, что я вас поинтересовался не как дольше прожить, вы извините, пожалуйста, а как правильно жить. А, ну правильно жить, это же критерий вообще субъективный. А вы канал, вы канал имеете на Ютубе? Не-не-не-не. Соло. Соло, так чисто для себя я развиваю свои головы. Не нужна поддержка миллионов. Не нужна. Тогда, когда я не прав, я прокачиваю свою сторону через людей, мне этого не нужно. Я чисто от себя соло. Ну ясно. Ну вы весьма человек аналитический сами. Да, конечно, так я не спешу. Да, любовь моя. Ну хорошо, не буду вам мешать. Спасибо за беседу. Всех благ. Всего доброго. Торонто, о чем беседуете? Может, вопросы интересные есть? Вопросы интересные есть, да. Задавай. Як можно заработать великую кількість грошей на то, чтобы посеять пшеницу? Тут оборотом нужно брать. Пшеница не особо... Там товар такой весьма дешевый, поэтому берут оборотами, но он востребованный. Большие площади, большой урожай, большие бабки. Вот основа этого бизнеса. Не-не-не, так я что-то и задал питание. Ну я ж тебе ответил. Недолго музыка играла, недолго пока я танцевал. Ну на кого похож? О чем беседуешь? Может, вопрос у тебя интересный есть? Да так. Гуляешь? Спи розмовных на лицу. Что, не понял? Спи розмовных шукаю. Ну вот я твой спиразбовник рандомный. Есть вопросы? Вот нашел меня. Может, у вас есть? Да не, я на научной теме беседую. Спивразбойников шукаешь, а сам ничего спросить не можешь. Ладно, давай. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали «русские». Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете, Миша, Колю? 60 километров от кордону с Польшей. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов
Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра. Совместный стрим. Харьковский был. Мы сделали украинский, мы были ночной. Италец. Да. Украина, которая создана. Мы покровичку. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40.